так, с нами двукратный победитель суперфиналов России по шахматам Ян Непомнящий. Поздравляем вас с победой. Спасибо. Очередной. Скажите, сравните, пожалуйста, ощущения от победы в этом году и 10 лет назад. Не знаю, я думаю, что 10 лет назад у меня было больше сил, хотя там был тайбрейк, и там куча какая-то драма, там какие-то спасения, там везение, там все на свете, да. Ну, сейчас как-то уже главное для меня было финишировать. Я сегодня очень хотел, чтобы партия закончилась результативно. Не важно, кто выиграет. Минимально хотелось играть тайбрейк. То есть не потому, что как бы какую-то. То есть, ну, возможно, тайбрейк только из-за, как это, с уважения к тому, что эта история могла повториться, там, да, там тайбрейк в последнем туре, да, да, как раз тоже я играл с Сергеем в 2010 году. Вот, но я был бы очень рад за Сергея, если бы он выиграл, потому что, ну, и больше рад за себя, что я наконец-то могу отдохнуть, потому что, ну, с непривычки тяжело очень играть, и сегодня как бы и партия получилась короткая, да, то есть там, ну, все равно, такое ощущение, что просто выжат, как вы, как это, опустошен, выжат, как выжатый лимон, да, то есть, ну, в общем, ну, завершилось, тьфу-тьфу, там, благополучно. Да, ну вот я обратила внимание, вы как-то так увидели, как разыграл дебют Данил Дубов сегодня, и не очень довольны были, как будто бы. Ну, я не могу же там повлиять, я не могу, не знаю, там, ходи так, ходи так, ходи так. Что, какие мысли были, когда увидели? Ну, немножко авантюрно, конечно, он сыграл. Понятно, что это не просто так, что это не просто какие-то набор ходов там, да. Это, ну, я просто сам немножко это смотрел за белых, не глубоко, разумеется. Но мне казалось, что, да, что это как, ну, такая идея для рапида, для блица, да, то есть увидеть ее классической партии было не так. Не так этого ожидал, но, с другой стороны, тут как бы честь и хвала, потому что в итоге там все срослось, как бы, да, то есть, ну, на мой взгляд, ну, ну, мне еще просто, как бы, ну, там, иногда минимум тем парой слов, посмотрел, что вот у меня там начинается повторение ходов, Найдерфи, да, такой ранее, он говорит, что ты, говорит, делаешь ничего, наверное, пожалеешь, потому что я сыграл сегодня такой дебют, так что ты лучше играй, я вот посмотрел, посмотрел, ну, дебют как дебют, там, да, там какая-то борьба начинается, так что меня Данил пытался это застращать. Я как бы выдержал свою стратегию черными не проиграть. Ну и не было мыслей все-таки побороться сегодня? Ну, что, ну, как бы, понятно, что побороться можно, но сейчас в целом, если человек там белым настроен на ничью, то, то есть, ну, наверное, нужно было. Ну, понятно, что Найдерф это боевой, понятно, что можно было пойти на слон 3 Е6, Е5, но если прям белые очень хотят сделать ничью, они сделают, ну, плюс. То есть, я как бы изначально считал, что, ну, гипотетически выгоднее, то есть чуть-чуть там, больше сохранить сил, понятно, что там какая-то партия будет, ну, наверное, сложнее, да, тем более, раз такой там дебют, дебюсь удивил, там, Данил, Сергея, то есть лучше просто там, окей, там, допустим, партия, хорошо, она продлится полчаса, она не 2,5 часа, но тем не менее. Шансы все равно. Да, ну, как бы, ну, в любом случае, если будет тайбрейк, то, наверное, лучше перед ним отдохнуть, то есть, если не будет тайбрейка, ну, как бы, то есть, тогда лучше вообще просто отдохнуть, как бы, там, уже досмотреть спокойно турнир, партию. А к тайбрейку специально готовились? Да. Да. Ну, то есть я считал, как бы, да, что, ну, раз у меня такой, типа, есть там 2,5 часа, то есть, ну, понятно, что это очень тяжело было готовиться, что я совмещал с просмотром партий. Ну, у меня был похожий просто опыт в Лондоне в 2017 году, что я быстро сыграл в ничью и ждал окончания партии Каруан Адамс. И, ну, ничья там в этой партии, как бы, давал чисто первое место, как бы, да, так Каруана выиграл. И в какой-то момент я уже довольный, смотрю, что вот там партия заканчивается, уже трикратное повторение, а Адамс идет, ну, на последнем месте, уже ничего не нужно. Ну и он, естественно, там отказался от повторения и проиграл, как бы. То есть, я в итоге, да, то есть вместо того, чтобы, ну, там отдыхать или готовиться к тайбрейку, возможно, я просто просмотрел всю эту партию, еще потом посмотрел, как в эндшпиле Адамс там тоже мог спастись, не спасся, да. И как бы пришел на партию, даже не знаю, кто больше устал, Каруана, который играл, или я, который за этим смотрел. Поэтому я пытался не повторять эти ошибки, я там, ну, чуть-чуть больше времени. Совмещал просто. Да. Ну, как бы, да, то есть я как-то фоном смотрел, но в целом, ну, правда, в какой-то момент там стало ясно, что очень большая у белых инициатива и что хорошие шансы на победу. Тут я, правда, должен сказать, что я чуть меньше, как бы, да, я уже повторил там те варианты, которые собирался, и просто там пошел уже, просто взял телефон, пошел там полежать. Вот. Ну да, большой был все-таки перерыв между незавершившимся турниром претендентов и суперфиналом. Какие сейчас ощущения? Хочется побыстрее снова за турнир за доской или все-таки подольше отдохнуть? Ну, мне всегда хочется подольше отдохнуть. То есть это ну, примерно при всех, при любой примерно ситуации, в любой непонятной ситуации хочется побольше отдохнуть. Ну, на самом деле, вот тоже, как это, чаще всего, когда турнир заканчивается хорошо, хочется отдохнуть. Когда турнир заканчивается неудачно, хочется, ну, там, не знаю, сейчас снова я играть. Там, да, типа, а вот вроде ты устал уже, не хочешь, а там чувствуешь, нет, ну, блин, нужно отыграться там завтра, там,
жалко, что завтра нет тура, что это вышел бы, всех порвал. Но такого нету, как бы, да, то есть, ну, по крайней мере, сейчас нету таких больших оснований. Угу. Вот, ну, я не знаю, потому что, ну, действительно очень сложные турниры, и по, ну, все-таки, ну, атмосфера, то есть здесь, конечно, федерация старалась, но опять невозможно жить в отрыве от того, что происходит там в мире, да, то есть там, условно, за окном. Угу. Вот, ну, плюс и там и турниры это непосредственно как-то коснулось, да, то есть там один из участников сдал тест положительный. Ну, тяжело все-таки играть. Да, ну, то есть для меня, на самом деле, турнир в плане там психологическом, он все-таки разделился на две части, то есть, вроде я как бы во второй тоже как-то там какие-то были у меня успехи, там, ну, хорошо подготовился к парсе с Скорякиным, там, да, с Есипенко, с дебюта ставил проблемы, но в целом уже так, такое ощущение, что куда-то энергия уходила не на то, да, то есть там я не концентрировался уже полностью на шахматах, я уже там ждал, как бы хотел, когда все это закончится, то есть там еще... Ну, тяжело было, да, конечно. Ну, в этом плане, если, конечно, все-таки состоится турнир в Эйконзе, там и больше участников, и, соответственно... Я пока не знаю, я вот завтра буду думать, потому что получилось как, что в прошлом году я вот после турнира вот в Иерусалиме и после чемпионата по рапиду и блицу, я отказался, ну, я там задолго давал согласие, понял, что, ну, я там просто, я не знаю, то есть... То есть у меня там есть там 2-3 месяца, чтобы отдохнуть и подготовиться, и там месяц практически ходит на турнир в Эйконзе, там со всеми там вытекающими, да, там потом отдохнуть. Я понял, что это, ну, нету как бы, ну, это, ну, то есть, ну, не то, что рискованно, это, ну, довольно безрассудно просто, да, то есть там себе там еще там месяц отнять на подготовку, на восстановление, там, да, то есть, ну, и поэтому я отказался, ну, с обещанием, что сыграю в следующем году, как бы, то есть, и тут получается, что ситуация немножко изменилась, как бы, да, и мне, то есть... То есть мысли есть все-таки? Не, мысли есть, как бы, то есть это да, что может быть тоже турнир, вроде, ну, то есть по идее, ну, то есть в ВКЗ гораздо сложнее, там больше туров, там все-таки сильнее состав на порядок, но я не вижу прямо, ну, то есть я не знаю, как я там за завтра там условно, что я буду думать, но сейчас я не могу сказать, что я прям там рвусь в бой, да, то есть. То есть, тем более, Эйконзе очень сложный турнир, там дополнительные какие-то карантины есть, там туда-сюда, да, как бы. Так, ну, может так получиться. Плюс сейчас еще как бы в Голландии локдаун объявили, как бы я вообще не уверен, что он состоится, если честно. Как раз он объявили до 19 января, 15 начинается турнир, то есть, возможно, у них будет разрешение, возможно, нет. Ну, то есть, это сейчас такой, надо сделать выбор, я пока еще не думал. Ну, так, конечно, главная цель — турнир претендентов и подготовка. Как несложно догадаться, да. Но этот турнир тоже, я на самом деле, для себя так... Ну, у меня были приоритеты, как бы, ну, вот первый приоритет — просто закончить турнир, там, не заболеть, самый важный, да, второй приоритет — потренироваться, и, как бы, и в третью очередь уже прибавить какой-то рейтинг, я не думал, честно говоря, здесь, там, о местах, там, ну, даже не то, что прибавить, не потерять много по опыту выступления в суперфиналах, что, ну, очень многие участники, они явно играют сильнее нынешнего рейтинга, да, тем более они хотят себя проявить именно в суперфинале, вот, ну, я, как бы, тоже таким был примерно, да, то есть, там, когда, там, первый раз, там, примерно, играл или, там, один из первых раз, поэтому я считал, что если не потеряю рейтинг, уже неплохо, а тут даже еще даже, да, ну, даже прибавил, и как бы в итоге... То приятно есть, закончить год так? Не, ну я вроде там сейчас еще сегодня же в ничью сыграл, да, я, наверное, немножко снова откатился по рейтингу, да, то есть там, что, там, наверное, снова четвертый, ну, это, честно говоря, такое наживное. То есть, скорее, какой-то вот психологический барьер 2800 было бы интереснее, как бы, а там, ну, там, второе, третье, четвертое, то есть, ну, у них есть одна общая черта, что это не первое место в рейтинге, да, то есть, а, если бы там речь шла про первое, было бы, наверное, более интересно, ну, вот, пока надо работать с тем, что имеем. Да. Ну, желаем вам удачи в работе и до новых встреч. Спасибо. Спасибо. Спасибо.